Всем привет, друзья, подписчики, кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Данное видео сегодня будет о новой схеме личного турнира. В краткости я вам расскажу, как я играю. Я пропустил с самого начала ровно 5 дней с выходом личного турнира. Сегодня я поставил загадочный сад, он у меня первый уровень. То, что нам давали в рулетке подарки, я их тоже не улучшал. Это я за одну рулетку накрутил. За 2 дня, сколько там нам давали. Ну и сейчас буду улучшать, наверное, на 1 уровень. Давайте посмотрим, что у нас тут на арене. Желательно бы найти мелкий город. Если получится. У меня не то заклинание. Давайте посмотрим. Пока не вижу. Ну вот, 79 уровень есть какой-то. Давайте попробуем его сделать стандартными заклинаниями. Будем использовать все, что у нас есть. Эти заклинания мы не будем использовать. Нам это не нужно. Можем даже использовать всех героев, это не важно. Главное нам сделать 1 уровень. Давайте посмотрим. Отвык я, конечно, стандартными работать, заклами. Так, орлы. Так, давайте мы все-таки вот этих наймем. Вернее, запустим. Нужно избавиться от этих всех воинов, чтоб я нанимал только рыцарей. Сейчас посмотрим. Да, думаю, хватает. Оставим на завтра. Много запустил, ну ладно. Так, давайте мы запустим героев каких-нибудь. Может, дадут тут нам какой-нибудь осколок. Так, ну отличненько. Осколка никакого нам не дали. Ну ничего страшного. Так, также мы наймем рыцарей. Ну давай. Сколько у нас тут получится? 90. Нормально. Так, заходим мы сюда. Так, ровно 90. И улучшаем на 1 уровень. Отлично. Все, у нас теперь уже 2 уровень. Будем доходить до 5-го. Подарок я тут не открывал. С самого начала.
Многие открывают, но я его не открываю. Если я играю по схеме, открывать его не нужно. Ну что, друзья, все. Ждем завтрашнего дня и улучшаем на еще один уровень. Подождем. Ну что, друзья, сегодня второй день, как я начал играть. Так, это у нас уже второй уровень. Сейчас будем делать третий уровень. Так, ну что, поехали. Многие задают вопрос, как разбивать города, где пирамида. Друзья, я обязательно это сделаю. Можно, конечно, попробовать на этот город напасть. Но у меня тут очень мало воинов. Можно попробовать. Но давайте мы попробуем на него напасть. Конечно, нежелательно. Пирамида стоит где-то в центре. Но давайте попробуем. Если у меня получится. Сейчас попробуем. Так, два заклинания. Давайте где-то с этой стороны. В основном можно на нее напасть орками и рыцарями. Желательно, чтобы вы искали пирамиду где-нибудь поблизости. И тогда есть шанс вам ее разбить. Главное, чтобы вот, смотрите, как она работает. Чтобы на нее уже напали. Все, теперь можете запускать других воинов. Задача сделать так, чтобы не смогли ее разбить. Не то, что не разбить, а чтобы она еще не успела полностью активировалась. Активировалась. Вот видели где-то примерно. Где-то чуть-чуть оставалось. И я больше воинов не выпускал. Если вы выпустите всех воинов, она сразу активируется и начнет убивать ваших воинов. А так можете как бы контролировать ее. Я как-нибудь сделаю отдельный обзор для нее. Так, наверное, нужно будет всех воинов выпустить, потому что они мне сейчас не все нужны. Я лучше буду атаковать только чисто рыцарями. Не успел я. Ну ладно. Это нужно будет отдельное видео сделать для нее. Так, ну что у нас тут? Наймем мы рыцарей. После личного турнира, может быть, в личном турнире я вам покажу еще раз, как можно. Но вы сейчас видели приблизительный бой. И там уже можете оценивать, как перемотка это видео смотреть. Можно пробить сейчас пирамиду, но для пирамиды сейчас, друзья, вам нужно вот эти заклинания новые. Потому что я пробовал стандартными. И тремя метеорами, и две молнии. И не очень получилось. Но это, говорю, это отдельный обзор. У нас сейчас личный турнир. Так, ну что тут у нас? 95. Нужно нам еще чуть-чуть. Так, сколько нам не хватает? Ровно 5, да? Ну, давайте мы сейчас... Я просто не хочу, чтобы у меня видео затягивалось. Нам нужно будет дойти до 5 уровня. Это еще уровень. Завтра я буду проходить. Турнир у нас чуть раньше начнется, но ничего страшного. Давайте посмотрим. Нужно где-то найти замок за забором. Чтобы сделать 5.
Это, конечно, очень трудно. Ого, уже весь забор. Но это донаты. Это донаты. Так, ну что, не найду я, наверное. Желательно, если найти где-нибудь рядышком возле забора, хотя бы замок разбить, и мне как раз хватит 5 уровней. Так, 87-й, это что у нас? Сюда мы не дойдем. Да и воинов мало. Придется искать. Так, завершаем и идем еще. Да, вот это, конечно, здесь самое главное, друзья, не очень сильно ходить по арене. Желательно быстренько набрать уровень и завершить все, и закрыть игру. А вот это долгое хождение по арене, это тоже влияет. Ну, видите, как можно сделать так, чтобы быстренько собрать это все. Не получается. Приходится вот так искать. Давайте попробуем здесь. Хотя навряд ли я смогу. Слишком крутой город. Если бы он еще был бы без пирамиды, может быть, как-то я смог. А тут пирамида. Да, печально, конечно. Да. Вот, нашел. Еле-еле, но нашел. Так, ну что, задача у нас набрать 5. Давайте мы наберем. Вот, я про это говорю. Смотрите, видите, что пирамида набирает свои обороты, и вы за этим всегда должны наблюдать. Так, пока 3. Если вы больше не будете запускать воинов, пирамида так и застопорится на этом уровне. 6. Все. Мне хватает. Завершаем. И улучшаем. Все. Это у нас, друзья, третий уровень. Четвертый уровень мы будем делать завтра. Так, также мы нанимаем рыцарей и ждем. Так что так вот, друзья, ждем завтра. Ну что, друзья, сегодня у нас четвертый день. Пока третий уровень. Давайте мы сейчас выйдем на арену и сделаем четвертый уровень. Так, пришла акция «Освободи этого мага». Так. Пропустим. 91-й. 86-й. Есть пирамида тут. Давайте мы его тоже пропустим.
Я смотрю, что на арене что-то очень мало городов. Не знаю, с чем это связано. Но мы сейчас на любой нападем. Мне тут нужно всего лишь 10 набрать. Ну, более-менее попроще надо найти. Ну, вот такой 71 уровень. Вполне подойдет. Так, замок у нас с этой стороны. У нас есть 300 рыцарей. Так, два суда. Вернее, три суда. И суды. Один пушкарик есть. Думаю, хватит. Так. Ну, я смотрю, что рыцари неплохо проходят. Сейчас я поставил камни. И можно чисто рыцарями вот так проходить. Мне нужно всего 10. Ну ладно уже. Сколько вынесу, столько вынесу. Так, запустим их так. Если как для личного турнира, мне рыцари вполне нормально подходят. Такие города можно спокойненько пробивать. Эти даже еще остались. И отлично, кто-то осколок получил. Вернее, понятно, что пушкарь. Так, ну что, ладненько. Давайте мы зайдем. Установим. Также рыцари. И улучшим. Отлично. Так, ну у нас сегодня уже получается 4 уровень. Завтра еще один уровень. И будем ждать турнир. Давайте посмотрим, что там нужно еще. 80, 110, да, один завтра бой на арене. И вполне нормально будет. Так, с этим мы разобрались. Давайте мы зайдем на почту. И посмотрим, что-то тут пришло. Откроем. Так, внимание, конкурс. Участвуйте в конкурсе и сражайся за ценные призы. Так, интересно, что это такое? Так, заходи в официальную группу игры и прими участие в конкурсе мемов. Надо будет зайти посмотреть, что там. Сражайся за ценные призы. Ух ты! 2000, 1700, 1500, 1300, 1000 рубин. Надо будет зайти и посмотреть, что там такого, что за конкурс. Надо будет в группе. Ну что, друзья, ждем завтра. Продолжаем. Что, друзья? Заключительный бой. Загадочный сад у нас 4 уровень. Давайте мы улучшим его на 5. И будем ждать сетку. Так, давайте заберем подарок. Так. Отлично. Так, и 100 маны мы получили. Ну что, поехали? Я не посмотрел, сколько там нужно будет мне еще набрать, но мне кажется, там очень мало. Так, 75 уровень. Ну, я думаю, что вот на этот и нападу. Здесь мне не нужно на 100%. Нужно чуть-чуть. Давайте мы нападем на него кое-как, чтобы не затягивать это видео. Мне нужно ровное количество.
Так, ну давайте, наверное, здесь. Заодно и посмотрим, как забор вот такой проходит. Так, еще есть? Так, ну давайте, наверное, здесь. Поехали. Так, так, так. Ну, мне рыцари как-то больше по душе, не знаю. Они, во-первых, быстренько по стройке идут. И, в принципе, хватает. Так что, друзья, улучшайте. Так. Не знаю, использовать героев, не использовать. Может и не надо будет. Вот я не знаю, надо будет на 100 или не надо будет на 100. Ну все, я, наверное, больше не буду. Хватает. Ох, тут шпиль был. Ё-моё, убил сейчас крылатую мою. Ну ладно. Все равно проскочит. Все, и будем ждать сетку. Остался еще ровно час до турнира. Завершим и будет все нормально. Ну, надеемся, что будет нормально. Ну, друзья, как я и говорю, что это я просто тестирую. Я выбираю оптимальный вариант себе. Так, отличненько. Надо будет сходить в бастион. Раз, два, раз, два, три. Так, отлично. Ну что, давайте будем улучшать на 5-й уровень. И будем надеяться, что попаду я куда-нибудь в более-менее слабую группу. Улучшаем. Все, 5-й уровень и будем ждать сетку. Подарок я также не открываю. И посмотрим. Так, ну что, давайте сходим в бастиончик, проверим, что у нас тут. Думаю, играть, не играть в бастион. Нет, друзья, в бастион мы играть пока не будем. Уже подождем один час, а потом в бастиончик сходим. Ну что, друзья, это уже почти заключительное видео. Через час я покажу, куда я попал. И посмотрим. Ну что, друзья, самый важный момент. Давайте посмотрим, куда же я все-таки попал. Сработала ли схема или не сработала. Уф! Ну, как я и говорю, друзья, что схема всегда работает. Если вы не играете активно, и играете по схеме, вы будете попадать всегда в такие группы. Многие попадают сразу, у них первый уровень, тут 500, бывает и 1000, и здесь уже у всех. Ну, смотрю, мне попались мелкие, это, конечно, не очень хорошо, потому что, может быть, они будут играть, может быть, не будут играть.
Посмотрим, давайте, сколько тут. 396. Вот. С моего братства попал тоже чел. Все играли по моей схеме. Пока группа не заполнилась, можно пока не проявлять такую активность. Я думаю, что я начну где-то вечером играть и буду приблизительно смотреть, куда я попал. Ну, не куда попал, а как будет развиваться дальше сетка. Лучше пока не активно играть, потому что смотрю, уровни тут мелкие. Ну, в принципе, я турниром доволен. В принципе, все нормально. Ну что, друзья, давайте я дождался уже момента, когда я смогу улучшать все. Давайте мы откроем легендарный сундук. Посмотрим, что у нас тут. Отличненько. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Давайте сначала атаку. Так. Улучшаем. Бонус здоровья воинов порядка. 25-й. Бонус к урону воинов хаоса. Отлично. Это, друзья, я за одну рулетку улучшил. Открыл все. Так, бонус к урону воинов порядка. Этот у нас бонус здоровья воинов хаоса. Отлично. Так, бонус к урону воинов пустыни по оборонительным сооружениям. Чудно, но этот на слонов идет. 2 миллиона, ё-моё. 31 уровень. Мне нужно еще тут 5 уровней. Так, 2,5 миллиона. А что это у нас? Бонус к садящему урону и исцелению воинов хаоса. Отличный. Так, ну и конечно вот сундук. Один почему-то дали мне. Бонус к урону воинов против стен. 10 тысяч. Но он только улучшается. Так. Бонус защите оборонительных сооружений трона воинов пустыни. Не знаю, хватит мне золота, нет? Бонус к урону всех башен против воинов пустыни. Все. Не хватило мне на две штуки. Ну, этот у нас бонус защите хранилища тронов воинов хаоса. Ну, в принципе, я доволен. Ну что, друзья, если будете играть по схеме и не спешить, здесь самое главное, друзья, обращайте внимание, сколько вам предлагают в личном турнире дней. Если, например, у вас там 20 дней, 24 дня, соответственно, вы должны пропускать определенное количество дней. Ну, 5 дней, и потом играть по одному уровню. Ну, вы сами смотрите. Если турнир идет 10 дней, соответственно, нужно пропускать 2 или 3 дня, а потом играть по одному уровню через день. Так что так вот, друзья. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!